Традиционному конкурсу камнерезного, ювелирного и гранильного искусства имени Денисова Уральского под названием «Металл, камень, идея» исполнилось 20 лет. Ключ-оберег «Джин» получил специальный диплом жюри за широту мышления и смелость идей. Конкурс проводится с 1999 года Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства, город Екатеринбург, при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Конкурс Денисова Уральского служит проводником идей мастера по популяризации бережного отношения к самоцветам и поддержке столь сложного ремесла, как художественная обработка металла и камня. Год 20-го юбилейного конкурса совпал со 155-летием со дня рождения Денисова Уральского и 140-летием со дня рождения уральского сказочника Павла Петровича Бажова. Названный в честь великого уральского патриота, живописца, камнереза, минералога, предпринимателя Алексея Казмича Денисова Уральского, конкурс продолжает традиции знаменитых экспозиций художника «Урал и его богатства». Авторская кукла Трофимовой Натальи Сергеевны «Барамир Эльф» получила специальный диплом жюри за оригинальный способ представления самоцветов в жанре авторской куклы.
В фильме представлены работы с 18 по 20 конкурс.